Счетная палата и линейный отдел МВД на транспорте подписали соглашение о сотрудничестве. Одна из задач, которая будет решена благодаря документу – формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области. Полиция заинтересована в подписании данного соглашения. Так, конечно, это улучшит результаты работы и, как сказать, инвестиционный климат на территории Ульяновской области. И так как инвесторы будут знать о том, что хищений на территории Ульяновской области не допускается, можно спокойно финансировать, и все под контролем. И не только под внутренним контролем. Теперь приходы и расходы будет контролировать счетная палата. Причем благодаря соглашению гораздо эффективнее. Подобного рода соглашения позволяют очень сильно сократить время для организации информационного обмена и для организации взаимодействия как в рамках контрольных мероприятий, которые проводит полиция, так и в рамках мероприятий, которые проводит счетная палата. То есть этот договор является основой для быстрого обмена информацией между федеральной структурой и областной и налаживания взаимодействия в ходе конкретных проверок. На сегодняшний день счетной палатой региона подобные соглашения заключены со всеми силовыми структурами. Кроме того, действует соглашение с Приволжской транспортной и межрайонной природоохранной прокуратурами. Каждый может быть уверен, финансы будут учтены до копейки. Павел Половов, Юрий Ломатов, новости Улправды ТВ.